Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин. Мы продолжаем проходить One Piece Pirate Warriors 3 на PlayStation 4. Устраивайтесь тут поудобнее, наведите себе чаю, сделать каких-нибудь бутербродов, потому что сегодня будет очень интересная серия. Мы с вами продолжаем проходить Dreamlock, и сегодня у нас будет очень клевый персонаж, за которого мы играли всего один раз. Это было в Pirate Warriors 2. До этого и после этого нам персонаж более не был доступен. Это никто иная, как Пирона. Пирона сама. Вот, давайте за нее поиграем. Это очень интересно посмотреть, насколько она изменилась со времен второй части. Я просто помню, что она была очень интересным и необычным персонажем, к которому нужно было привыкнуть. И тем не менее, она была очень мощной. То есть определенные комбинации серийек наносили просто огромный урон. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь к чему. Так, ладно, побежали. Нам нужно наверх. Я не знаю, удастся ли сегодня добраться до Инели. Инели у нас остался единственный неоткрытый персонаж на данный момент. Так, где у нас тут путь к нему покороче? Вот сюда. Заодно потренируемся. Так, посмотрим, что у нас в Белишоп. Так, тут можно купить вон тот постер. Давайте, что ли, купим его. Да, давайте купим. Замечательно. Так, здесь ничего. Из костюмов. Костюм Soul King'а. Акайну, Баги, Тича. Угу. Все понятно. Вот у нас появился постер, который мы только что купили. И потом за ним откроем охоту. Хорошо, хорошо. Так, поехали. О, здесь можно выбрать. Армия людей или армия Коби. Или скорее не людей, а человекообразных, извиняюсь. Давайте вместе с Коби, что ли, побудем шутить. Пирон у нас владеет силой дьявольского фрукта, силой призраков, которые могут накладывать негатив и могут взрываться еще. Итак, за нами, с нами точнее, сразу видно, что Коби, с нами Саба. Вот. А, вот в чем, что такие человекоподобные. То есть это Чоппер, это само собой будут, наверное, все CP9. Ну ладно, что не в первый раз. Ой, только бы не лучше, вот каждый раз против него такая проблема сражаться, и... Так, Battle Preparation. Давайте для начала что делаем? Правильно, прокачаемся. Уровень на данный момент 50-й, чтобы можно было ощутить полный вкус персонажа. Так, коинты. Ой, требуется Зоро. Ой, вот этих коинтов у меня тут очень много. Я надеюсь, мы сейчас прям хорошо зарядимся. Опа. Да, сразу у нас Astral Explosion доступен. Астральный взрыв. Это специальная атака Пирона. Здесь у нас почти все под максимум. Нет только золотого коинта на атаку. Ну и здесь тоже золотого коинта. Здесь, в принципе, у нас все нормально. У нас даже два золотых коинта есть. Опупеть. Это мне, честно сказать, очень даже повезло. Интересно нам там. По уровню... Нет, больше по уровню нам ничего не позволит сделать. Ладно, хорошо, скиллсет. У нас под максимум 6 слотов. Там, я помню, были специальные... Во! Специальные приемы именно для пироны. Противники, которые подверглись негативу... А, увеличенный статус негатива. Ну, давайте возьмем, что всего-то один слот требуется. Еще есть что-нибудь для перона специальным? Нет, больше для перона ничего специально нет. Так. Это нам не нужно. Сейчас что-нибудь интересненькое возьмем. Снайпер Виздом, это все понятно. Вот этот вот. Кэт Бурглар. Концентр... И стилиш. И все. Вот. Прям такой вот золотой выбор, который, в принципе, всегда меня устраивал. Хорошо, поехали. Сейчас будем смотреть, что к чему. Так, для начала посмотрим на персонажа. Персонаж очень хорошо прорисован. И вот платье, прям каждую складочку можно увидеть. Так, что делает? Угу, пара-тройка этих. Так, что делает специальная атака? Ого, похоже, взрывает призраков. Ну, еще не факт, конечно, сейчас посмотрим. Ой, она прыгает так забавно. Так, ой, тут такая толпа уже. Сейчас будем пробовать различные комбинации. Так, здесь у нас Чоппер уже с самого начала. Блин, что ж такая толпа-то? Я вообще не понимаю даже, что я нажимаю. Все, делаем какую-нибудь короночку. Так, нормально. Так, я пока что сейчас просто всех раскидаю. Потом будем уже смотреть конкретно, что я делаю. О, точно, забыл, что можно управлять своим телом в качестве призрака.
В смысле, своим призраком можно управлять. Так, делаем специальную атаку. Во, красиво прям забили, а теперь давайте-ка сделаем кизуну. Что-то больно здесь вообще, какой-то кошмар происходит. Красивая стойка была. Так, все, хорошо. Сейчас кизуни всех разнесем. И потом уже будем разбираться, где у нас тут капитаны наши. Вот здесь они. Так, тихо. Спокойно, ребят, откуда? Откуда у вас такая толпа? Надо следить, чтобы не проморгать короночку. Давайте уже, кстати, отойдем. Во. Саба у нас на парниках. Сейчас зажгем. Ну, наконец-то. Более или менее расчистились. Так. И Коби у нас еще в напарниках есть. Откуда здесь вот эти ребята со щитами? Я это не понимаю. Это же вроде такие ребята всегда ходили возле баз, просто стояли. Взрывы у него, кстати, очень мощные прям. Я, конечно, понимаю, что я уровня просто еще намного старше. Летаем. Так. Так, у нас еще несколько персонажей появилось. Сейчас надо следить за заданиями, а то опять начинают отвлекаться. Хорошо. Так, пойдемте разберемся с Антумару. Он каждый раз вызывает какие-то проблемы. Больше всего раздражает, вот, что начинают появляться пацифисты. Заодно проверим. Ух, ты, смотри, что делаешь, а? Так, заодно проверим двойную короночку. Здесь у нас Цезарь еще есть. О, блин, красиво. Я не помню, что такая коронка была, честно вам скажу. Это, по-моему, новая коронка. Но я могу ошибаться. Нормально. Так, давайте отойдем в стороночку. Потому что я хочу что? Применить кизуну. Народу очень много. Почему так много народу лезет? Но у меня там уже у Коби какие-то проблемы начинаются, что меня очень беспокоит. Сейчас пойдем всех налево и направо разносить. Блин, еще и эти смайли появляются. Вот кто мне не нужен, так это они. Это Цезарь все их вызывает, я уверен. Ты смотри, что делаешь? Взял меня, скинул, а? Да ты достала. Так, все. Ребят, вы мне надоели. Нормально. Ну вот, и здесь зачистили, это хорошо. Так, задание у нас сказано, что нужно перебить всю банду Чоппера. Вот как раз из этой банды. Давайте-ка. Смотрите, какую толпу вот он с собой припер, а? Красивый взрыв. Прям толпа очень хорошо разлетела. Заодно, кстати, и коинты мы тоже получили. Так, хорошо. Надо следить за нашими напарниками. Пока что персонаж очень мощный. Вот эта атака, одну, кстати, особая атака, у нее тоже, как ни странно, сама по себе просто мощная, смотрите. Так, секунду. Нужно сначала просто в негатив их всех. Да что ты, вот как назло, и теперь вы мне не даете это сделать. Так, вот так вот сейчас зачистим. Так, есть такое дело. Здесь рядом у нас база, давайте ее захватим, иначе мне потом целый ворох проблем будет. Так, у нас появился Орлонг. Ну, конечно же, рыболюди, они в каждой дырке затычка. В любом замесе, особенно если это против людей связано, то это обязательно будут именно рыболюди. Все, то есть больше никто. О, Луфи вывалился. О, благо он хоть у нас в напарниках. Хотя, наверное, я бы предпочел, чтобы он был моим противником, потому что его коинты невероятно редкие в последнее время стали. Так. Эй, ты куда пошел? Орлон. Здорово. Нормально. То есть одна клавиша в основном отвечает за мелких, другая отвечает именно за негативы вот этих вот. И мы делаем различные сочетания вот этих вот. Так, нормально.
Нормально. Так, сейчас надо орлонга добить уже. О, медведем сейчас махал. Честно, вот я забыл, как я это делал. Так, делаем короночку. Задание было в том, чтобы не дать орлонгу пройти на локацию. Мы с ней справились. Орлонгу крышка. И смотри, живой еще. Иди сюда. И где орлонг, там, конечно же, тоже целая толпа. Так, все, орлонга мы тоже забили. Супер. Так, ну что, пойдем зачистим ту локацию, которая у нас моргает. Так, хорошо. Так, а у нас есть какая-нибудь усиленная атака? Нет. Так, а если мы вот так сделаем? Просто сейчас хочу поэкспериментировать. Нет. Просто поэкспериментировал с этими призраками. Так, хорошо, там Луфи уже что-то разорался. Все, пошли, хватит бегать. Так, ну да. Далеко я не убежал. У нас появился Хачи. Так, давайте сделаем короночку. Что тут толпа такая огромная? А, нам нужно убить Хачи, мы уже победим. Что-то как-то больно быстро. Чувствую какую-то подставу. Такое уже было не раз. Так, вот. Луфи в качестве помощника, это хорошо. Сейчас здесь их зачистим и пойдем туда уже. Так, мы уже с вами забили больше 2000 человек. Я вообще не успел заметить, как мы это сделали. Но как-то у нас это с вами получилось. Так, ладно, давайте здесь сейчас кругом обойдем. Нет, не сюда. Вот сюда. Пойдем сразу вниз. Пока у моих напарников не начались проблемы, я чувствую, что это просто не за горами. Так, хорошо. Вот он, Хачи. Привет. Сейчас мы наберем Кизуну, и будет самое оно. Так, у нас есть двойная короночка, это хорошо. Оп. Я всю локацию зачистили, вот просто всю локацию. Блин, и опять еще напрыгали, а? Вот вы ж даете-то. Так, так, тихо, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Так, еще раз делаем двойную коронку, мне не жалко. Супер, и у нас есть Кизуна. Так, ну что, сейчас еще толпа понапрыгает. Во, она себя долго не заставила ждать. Пока жив Хачи, толпа рыболюдей просто огромная. Так, сейчас Хачи отпсихуется, потому что сейчас у него жизни не будут отниматься, и мы его добьем. Воу-воу-воу, Хачи, вот ты наплевал мне своими чернилами, а? Так, нормально. Во-во-во-во, медведем. Все, победили. Супер. Ой, деньги, деньги, деньги. Все, давайте деньги. Отлично. Пока, на самом деле, персонаж очень сильный. То есть, ну, от Перона, в принципе, я меньшего и не ожидал. По поводу приемов, насколько я помню, насколько я понимаю, в принципе, новых приемов вообще не добавилось. То есть, они плавно перекочевали именно со второй части в третью. Не сказать, что это плохо. Ну, как бы, можно было немножко и поразнообразить, потому что, понятное дело, надо ли или нет. Нет, не нужно. Потому что нужно было понимать, что все, кто играет сейчас в Pirate Warriors 3, особенно на консолях, явно, что они играли во вторую часть. Во второй части там уже все открывали персонажей. И было интересно это посмотреть. Итак, ну что, теперь будем сражаться с Энелем. Ну, это там бегает сам по себе. Ну, пускай бегает, потом за ним придем. Хорошо, бог Энель. Поехали. Забавно. В прошлой серии вы спрашивали меня, по-моему, кто такое Мория. И стали многие высказывать свое мнение. Мне на самом деле всегда казалось, что Мория имеется в виду по происхождению. То есть, само собой видно, что он не человек. Что он из такой, как вам сказать,
разновидность полудемонов, полулюдей. На самом деле такие в One Piece уже встречались, то есть яркий пример это, соответственно, у нас начальник тюрьмы, Магеллан. Он тоже вот как полудемон такой, они все вот с такими крыльями идут. Единственное, что море просто располнел, потому что везде пользовался своей тенью. Вот, мне почему-то кажется, что это именно так. Потому что он явно не рыба-человек и явно просто не человек. А вот как раз к таким полудемонам его еще можно отнести. Хорошо. Сейчас будем сражаться против Энеля, это будет, конечно, кошмар. Потому что Энель, особенно в бешеном виде своем, это что-то с чем-то. Так. Самое главное сейчас потихонечку идти, лишь бы на время у нас не было заданий, потому что когда задания начинаются на время, начинаются проблемы. Потому что мы начинаем пропускать важные места. Так, ребята, отвалите, отвалите от моих. Давайте, давайте, отваливаем. Так, ладно, двигаемся дальше. Здесь вроде бы должны разобраться. Пока нет капитанов, значит все нормально. Без капитанов там и не выживут как-нибудь. Так, здоров, народ. Сейчас с этим капитаном разберемся, а потом со следующим. Так, минус капитан. Так, где-то здесь у нас еще. Вот он. Что-то он там пляшет. И это все войска, соответственно, с небесного острова. О, у нас сразу Кизуна появился. Смотрите, как здорово. Так, нам нужно побить Иванкова и всю его компашку. Они там рядом все. Сейчас надо к ним подбежать, пока они не разбежались по углам. Так, нормально. Сюда и налево. Я могу уже применить Кизуну, но у меня полная энергия, так что мне, наверное, имеет смысл просто сначала сделать именно вот так. Что, кстати, Иванков делает на его стороне, мне вот интересно. Так. Так, есть такое дело. Где следующий? Вот он, Иванков. Иванкову сейчас тоже прилетит. Он не выживет после этой атаки. Коронка очень сильная. А не, смотри-ка, выжил. Луфи там. Опять королем пиратов собирается стать. С кем ты там связался? О, боже, Михоук появился, а. Вот уж кого мне сейчас не хватало, так это Михоука. Нормально. Иванков, давай уже помирай, а. Ну, ей-богу. Дон Крейг еще здесь. Дон Крейга я не боюсь. Меня больше Михоук беспокоит. Потому что он желтый, он сейчас начнет плодить свою желтую армию. Потому что он сейчас тут же захватит там бас-командера. А мне и красных как бы хватает. Не, я понимаю, что они тоже между собой враждуют, но все-таки. Блин, не пройти к ним, видите, нормально. Где проход? А, вот он. Так, Иванкова мы одолели, хорошо. Помочь баги. А, Дон Крейг и банк, они. И баги, они за нас. Понятно, понятно. Так. О, это мы успели. Так, ну что, о, смотрите, как он тут лихо раскидывает. Я применяю Кизуну, потому что с Михоком только так надо. Во! Медведем по нему. Медведем. Представляете, как позорно Михоку получить плюшевым медведем. Вот и все. Разнесли его только так. Что здесь такое происходит там? Баги теперь нас предал. Офигеть. Ну, баги, ты сейчас об этом пожалеешь. Так, хорошо. Кто у нас там? О, мистер 3 у нас еще здесь. Баги. Ты лучше не дури. Я тут только что Михоука одолел. И ты думаешь, я тебя что-нибудь смогу одолеть? Носатый. Так, хорошо, забегаем сюда. О, вот это надо взять. Забегаем сюда, сейчас вот эту локацию захватим. И надо бы вернуться назад, захватить баз командоров. Иначе проблемы будут. Во. Вот, видели, я сейчас просто применил вот эту особую коронку в паре с Сирийкой, то есть. Во. И просто потом делаем взрыв. То есть вот это вот очень мощный прием, но его надо правильно действительно применять.
И они сразу помирают. Интересно, насколько мощный урон наносится. Нормально. Ой, не поддел. Так, делаем короночку. И у нас появилась, как я и думал, целая куча капитанов на локации. Офигеть. Так, ладно, здесь как бы ничего еще в порядке. Сейчас пошли сюда. А, ближайший у нас, это кто? О, первый раз появился Энель. Он сейчас будет легким, наверное. Так, и сразу он ко мне за спину телепортировался. Уже хоть недобрый знак. Ну да, и он тоже пошел психовать. Тихо, спокойно. Сейчас попробуем что-нибудь с ним сделать. Интересно, а логию вообще чисто теоретически призраки берут? Вообще как бы должны, потому что призраки-то не физический урон наносят. И в негатив они тоже должны вводить. Ну, соответственно, кроме тех, у кого есть воля. Воля — это такой чит местный. Блин, Энель. Вот так вот тебе. Прилетело. Так, есть. Первый раз Энеля мы победили. Это ладно. В принципе, здесь ничего сложного не было. Так, вот здесь локацию. Давайте здесь ее захватим. Галерея. И пойдем дальше, потом туда. Просто чтобы локация больше меня это не отвлекала. Так, давайте, народ. Кучнее. Вас по одному бить реально не прикольно. Во. Так, все, почти локацию захватили. И появился Кизару. Обалдеть. С еще целой кучей. Капитанов, мы еще предыдущих не убили. Он уже здесь. И как они любят вот это место, честно, ей-богу. И еще Боа Хэнкок появился с Альвидой. Так, Кизару. Прости, Кизару. Так, нормально. Сейчас попытаемся по-быстрому убить Кизару, а потом побежим. Я не знаю, кого убивать. Тут надо, блин, просто разорваться намного... маленьких перрон и пойти убивать всех одновременно. Еще толпа мешает. Офигеть. Так, хорошо. Во! Красиво сейчас толпу просто взорвали призраками. Боже, да какая же у вас тут толпа. Надо было Кизун применять, ей-богу. Так, есть его, мы одолели. Так, давайте здесь вот так вот применим. Сейчас здесь разберемся и в Кизуне попробуем успеть добежать еще до туда. Так, нормально. Видите, он бас-командера тут же захватил. Вот у них бас-командер вообще первоочередная цель. Все, здесь раскидались. Побежали. Так, ребят, я здесь даже разбираться не буду. Просто прям без разборов в толпу. А там уже кому повезет. Повезло Боа Хэнкок. Она теперь у нас осталась в напарницах, насколько я понимаю. Хотя я ее почему-то не вижу. Так, нормально. Есть. Да, Боа Хэнкок, она теперь вроде как должна стать на нашей стороне. Надо ее взять в напарнице, она очень хорошо станет всех. Так, хорошо, там наверху опять один капитан. Я уж не знаю, что сделать. Как бы туда по-быстрому добраться. Да никак я туда по-быстрому не доберусь. Чего же мне никак Боа Хэнкок-то в напарнице не добавится? Во. Во.
Нормально. Так, у нас появился Сабо. И он у нас является, я так полагаю, сейчас основной целью. Следуем плану, кричит Сабо. Ну ладно, плану так плану. А, понятно. Нам нужно не дать ему попасть в ту локацию. Ну это, в принципе... О, Хэнкок здесь красиво как раскидывает, и смотри. Так, ты откуда побежишь? О, вон он. Здорово. Делаем короночку двойную. Так, у нас там Сабо цепануло немного. Но не сильно. Воу, Сабо, аккуратно, аккуратно. Так, я еще одну делаю. Мне не жалко на тебя коронок. Да, не сильно его задевает этим самым. Ну ладно. И он у нас перешел в состояние логи, а? Обидно, кстати, что Сабо нету второй. В двух вариациях. Был бы Сабо, было бы круто. До того, как он съел фрукт, и после. То есть, ну... Человек вообще без дьявольского фрукта. И уже потом, после получения огненной логии. Потому что у нас вроде бы как эйс есть, соответственно, с тем же самым фруктом. Пусть у него, конечно, приемчики и другие, но все-таки. Так, здесь у нас две базы, давайте их завалим, потому что иначе проблем будет дофига. Я так полагаю, у нас скоро должен появиться Энель. Так, есть такое дело. Следующую базу валим. Так. Воу, Энель, ты уже возле меня появился. Спокойно. И у нас есть Кизуна. Вообще супер. Прям удачно здесь пришли. Так, сейчас у нас Энель отпсихуется. Ой, вон он там, смотрите. У нас Бо Хэнкок здесь рядышком. Помимо того, что у меня в напарнице, так она еще и... Станет его неплохо. Так, давайте отбежим, он психует. Не-не-не-не, я с тобой с психом разговаривать даже не собираюсь. Где ты есть? Где он есть? Куда он делся? Так, ну я надеюсь, его накроет. Да, его все равно накрыл, он не избежал участи. А, вот он, смотрите, тут в забавной форме заморожен. Так, все, можно применять Кизуну, потому что сейчас он будет в самой своей свирепой форме. Вон, уже начал там. Давай. Воу. Я по шее начинаю получать, тихо. Не, у меня жизни, конечно, особо не отнимается. Но я не могу никак его пробить. Так, нормально. Тихо. Энель, да что ж ты делаешь-то, а? Ау! Да ты смотри, какая ты мразота. Тихо. Он телепортируется еще постоянно, а? Так, надо сейчас короночку обязательно применить. Так, отбегаем. Подбегаем и... Он как раз, кстати, в камне стоит. Он не сможет портануться. Он стоит замороженный в камень. Смотри, он еще живой. Давай, Энель. Давай, забиваем его. Подбираем. Давай, умри, ты уже. Да что ж ты какой живучий, на тебе медведем по башке тебе дали. Фу. Ура. На самом деле, вот рекомендованный уровень был 25, и на 25 уровне, знаете, как здесь можно было огребать? Просто неимоверно. Потому что вы видите, сколько проблем было с ним. Не, ну Энель на самом деле клевый, то есть, ну... К Энелю вообще никогда никаких претензий не было. О! Мы зачистили 75% всех островов Дримлога. Круто. И получили золотой коин Шичибукаев. Ого! Мы победили всех сильных противников на острове. На островах Дримлога. И тоже получили золотой коин только адмиралов. Клево. Вообще прям.
Сегодня такое достижение. Осталось куча мелких логов, на самом деле, но это не так важно. Вот, смотрите, еще золотой коин там дали для Трафальгара Ло. Вообще круто. Че, давайте раскидаем, что там есть. Да, один коин. Золотой тоже нам достался. Хорошо. Так, всех противников мы одолели. Давайте сейчас у нас там бегает где-то постер. Так, где-то есть. НЛ доступен во фрилоге и дримлоге. Вообще супер. О, побежал, побежал. Как раз, кстати, побежал туда, где мы еще не проходили. Но я туда добраться-то могу. У меня тут пути есть. Супер. Поехали. Здесь мы сейчас быстро с ним разделаемся. Хотя бог узнает, конечно. Вот. Что у нас, в принципе, потом еще остается? У меня осталось еще пара неиграбельных персонажей, которыми надо обязательно будет поиграть. Остался Акаину, Кума остался и, по-моему, еще кто-то, не помню, по-моему, Боа Хэнкок. То есть этими персонажами я обязательно поиграю. Так. Да, все готово, все нормально, что-то я притормозил. Единственное, что не исключено, что я этими персонажами уже буду играть не в дримлоге, а во фрилоге. То есть у меня есть такая мысль, то есть выбрать какие-нибудь... Что из себя представляет фрилог, для тех, кто не в курсе. Фрилог — это прохождение любой сюжетной миссии, которую мы проходили ранее. То есть, а поскольку мы игру прошли, то абсолютно любой. И фактически любым абсолютно персонажем. Не только тем, которые нам которые нам доставались по сюжету. Их там было очень мало в какой-то момент. Вы посмотрите, что сейчас творится, а? Так, а можно мне все-таки это? Во. Так, давайте двойную короночку применим. Вот. Там было персонажей очень мало доступно в сюжетных, особенно в самом начале. А мы можем взять абсолютно любого персонажа и поиграть им. То есть уже на супер харде вообще будет там очень здорово. И выбрать какой-нибудь интересный сценарий я хочу. И поиграть за этих персонажей, которыми еще не играл. Так, тихо, спокойно. Спокойно. Допустим, если у нас тот же Акаину пойдет на Endless Lobby. Спасать Нико Робин. Вот это будет очень-очень эпично, мне кажется. Так, что-то мне это надоело. Вы толпа тут никак не разгребетесь. Море у нас в качестве союзников. Ой, боже мой, ходит. Ты что-то кричишь, а? Кричит, как будто у него с животом что-то не то. Так, мы еще на время, кстати, тут сражаемся-то. Тут за что не люблю на эти постеры охотиться, за то, что здесь реально все на время. Так, хорошо, давайте здесь сейчас применим короночку и побежим тут же наверх с нем. Нам нужно убить всю компанию, уходим. Так, хорошо, локацию зачистили. Погнали наверх. О, ну конечно. Там, где только зачистил, тут же появились капитаны. Вот мне вас только не хватало. О, здесь у нас Саба. Здорово, Саба. Нам сегодня на тебя везет. Во, неплохо. Я на тебя короночек не пожалею. Первая коронка очень мало отнимает жизни. Я вообще ее не люблю ее применять. Так, а вот когда ты вошел в логи, так много у тебя уже не отнялось. На, медведем. Дон Крейг у нас напарник. Повезло же нам с напарником. Нормально. Так, почти забили его. Надо следить за нашими напарниками, чтобы им плохо не стало по ходу всего этого дела. Да как же вас тут много, да что же вы делаете-то? Так, давайте вот эту локацию захватывать, потому что что-то прям вообще не дело. Я прям сейчас даже в логи, в Кизуну специально войду. Ой,
Так, 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 о! Вот, смотрите, какую толпу. Вот что надо именно делать. То есть прям превращаешься в призрака, заражаешь негативом как можно больше людей, а потом делаешь особую атаку, и все. Ну, сами видели, что происходит потом. Так, летим, летим, летим. Так, все, локацию мы разбили. Хорошо. Ой, смотрите, а у нас следующего капитана уже кто-то там завалил. Я уж не знаю, кто это сделал, но молодец, спасибо, что еще сказать. Так, ну что, побежали за Барджесом. Он уже у нас как-то быстро очень появился. Мы там по дороге сейчас еще капитана одного завалим. Они все плодятся, капитаны, и плодятся, и плодятся. Откуда вы такие? О, бас-командор мой. Так, делаем короночку. Он еще выжил, смотри, а? Капитаны здесь жирненькие. Так, окей. Делаем еще одну короночку. Так, супер. Погнали дальше. Ой, блин, я применю еще одну кизуну, потому что народу слишком много. Нормально. Красивая атака медведем. Наверное, единственная атака пироны физическим уроном, который она наносит. Хватает медведя и начинает просто им размахивать, делая вертушку. Нормально. 1500 тел у нас уже убито. Все, почти захватили локацию. Так, я отменяю кизуну, потому что нам еще и применять нужно на Барджесе. У нас осталось 5 минут, мы вроде как успеваем. Да, конечно, успеваем. То за 5 минут можно еще столько дел наворотить, на самом деле. Так, что у нас там, напарник есть какой-нибудь новенький? А, нет, лучше не надо, лучше так оставить. Так, тихо. Барджес. О, какая толпа разлетелась красивая. Так, окей. Сейчас надо их поднимаем, взрываем. Хорошо, сейчас еще раз. Воу, 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 ты что дерешься? Ты смотри, сколько он жизни у тебя снял, а? Блин, никак не могу его заразить призраками. Да что ты будешь делать? Опять ты взрываешься, Барджес, а? Сейчас, во, поднимаем и... Есть, взрываем. Ну что, Барджес, special for you. Ты, конечно, выживешь после этой коронки, но мне не жалко. Так, сейчас он психует, его, кстати, там заразили. Воу! Блин, он реально, вот он заряжает свои удары, а потом наносит очень мощный урон такой. Куда ты там пошел, а? Во! 2200 тел уже. Куда он приземлился? Где он? Вон он. Воу, 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 не ломай меня. Смотри, как ломает, а. Вот, кстати, за кого еще тоже интересно было бы поиграть. Ты смотри, что делает. Просто ломает, рестлинг какой-то делает здесь реальный. Ты смотри, что делает. Так. Все. Смерть твоя пришла. Надо было вот так же вот пирона его рукой схватить, так вот-вот, хрусь. Как он тебя ломал. Еще живой, а. Ладно. Специально тебе в рот этого смайла. На тебе. Размазали. Хорошо. Все, народ. Смело есть еще?
О, ну что, это было круто. Эх, почти на супер сделали, вот убийств чуть-чуть не дотянули. Хорошо, так. О, золотой коинт взяли. Коинт Брука, кстати, по-моему, золотой. О, и получили еще одно достижение. Хорошо. У нас, кстати, с вами стал доступен именно самый последний остров, который был ранее недоступен. Я так полагаю, он стал доступен у нас именно после того, как мы открыли Энеля. И смотрите, их еще два. Но эти острова мы будем проходить с вами точно уже в следующей серии. Ну что, давайте на сегодня закончим. Сейчас выйдем в главную менюшечку. Все. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте. Всем спасибо, всем пока. One that you wanna listen to.